куда-то ближе. У нас 2500 высота. Ого! Над уровнем моря. Класс! А вершина на какой высоте? Это? Да. Я думаю, 2900. Это высота Мёрфи Щит. Да. Супер! Да, терпимо. Я руку спрятала. Руки холодно. А сколько так можно летать? Часами. Да вы что? Да. Боже, вы можете летать хорошая. И наслаждаться. У меня рекорд 4 часа, 4,5. 40 километров. Боже, Алекс. Я больше акробатику люблю. То есть есть люди, которые летают на дальность, они называются кросс-кантри пилоты. Да. Есть акропилоты и акро. То есть я люблю трюки, большие нагрузки. Я немножко другой профиль. Так, а как же трюки вот выполнять? Я даже не знаю. А я вам покажу скоро. Только без меня. Или со мной. Когда высота будет достаточно, я вам покажу. Ага. Мы уже потихоньку наверх забираемся. Будет холоднее, на каждый 100 метр минус градус. Надеюсь, уже. Но зато всю жизнь будет. Да. Прекрасно. Это да. Смотрите, я правильно хоть держу камеру, а то на себя. Да, вы чуть дальше от себя держите. Да. Ну и смотрите, смотря какой вы хотите ракурс. Может, левая рука, справа устала. Но она снимает то, она что снимает я... Она вас. Меня. Вас. Черт, значит, надо вот так развернуть. Ага. Знала, это говорю, дайте мне лучшего пилота. Там выживут обычно, в Казима куда-то, не знаю, улетают, наверное. Mm-hmm. Кавказские аэроплейны, они очень сильные. И зимой даже они тут не летают. Да, они меньше американских. Ага. Знаете, как их называют? Не Фалкон, а как их называют? Которые огромные. Ага. Меньше их, но сильнее физически. Так за 2-3. Ага, так, Алекс, ну еще ж, это автобус меня, чтобы не сильно долго ждал. Все, отлично. Я поняла. Мне нужно к вам приезжать без автобуса. Тогда летать. Просто бомба, просто. Боже, смотрите, мы уже на вершине почти. Там все балдеют. О! Вот это казбеки? Yeah. Нет. Я вам покажу, вот облака. Окей, поняла. Thank you.
управлять потоком, я вам скажу, я понимаю уровень вашего мастерства. Честно. Главное соблюдать баланс. Mm-hmm. Вот вам скалы, где живут орлы кавказские. Я использую свою технику акробатики или нет? Вы потрясающе. Попробуй. Так, главное, не держаться? Главное, вы должны дышать ровно, спокойно, глубоко. Это безопасно, Алексей? Конечно. Будет перегрузка просто. Так, за камеру держите, снимайте. Еще предстоит какой-то трюк, не знаю какой. Сказали дышать глубоко. Надеюсь, приземлимся. Конечно. Да, мы денемся. Нет, лучший пилот, значит, точно я в безопасности. Такой квадрат сделали, взлетели отсюда, полетели. Да, туда, да, да, туда. Да, я поняла. Вообще, вообще бомба просто. Стекаем вниз. Да. Готовы? Ок. Сейчас. Так, это что-то экстремально, но вы совсем хотите убрать купол?